28 августа в 11:00 в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Вакцинация от COVID-19». Поскольку Россия первой в мире создала вакцину против коронавируса и уже в октябре начнется массовая вакцинация, данная тема вызывает немало споров и опасений о том, насколько это будет эффективно. Эксперты Казанского федерального университета помогут отделить правду от фейков, расскажут, кому выгодно распространять ложную информацию, а также ответят, стоит ли прививаться или подождать другую вакцину. На вопросы зрителей будут отвечать директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, главный внештатный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушев и главный научный сотрудник отделения биологии и биотехнологии КФУ Альберт Резванов. Трансляция состоится сразу на нескольких онлайн-площадках. В аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Twitch и YouTube-канале Универ ТВ, в чате которого можно задать все интересующие вопросы. Диана Желенгова, Универ Ньюс.